крупная. Спасибо Игорю Михайлову за пожелание ни хвоста, ни чешуи. О, какой! Ни хрена себе, смотри, братан! Я тебе говорю, они все на глубине. Всем привет! Это канал Nord86. И мы рыбачим на карьере города Сургута. Ловим окуня. Значит, что я хочу сказать о своем канале. Мой канал только развивается. Я сейчас плотничком занимаюсь развитием своего канала. Езжу на рыбалке активно, на зимнюю. Летом будет еще активнее, будем ездить на моторной лодке по реке Обь в городе Сургуте. Сам я с Сургута. Пользуюсь камерой GoPro 4. Очень хорошая камера, очень большой обзор у нее, 170 градусов. Клевало сейчас. Сошел. Вот, блин, опять сошел. Тряска, значит, не сильно активная. Трясти надо вот по чуть-чуть. Палатку установили, сейчас будем проверять горелку. Так. Купил за 2000. Ты эту хрень. Так, куда бы я поставить? О, горит. И сегодня мы ловим на черную мормышку. Вот такую вот черную мормылину. Насаживаем по 2 мотыля. В принципе, этого хватает. А еще прикормить их, чтобы они не разбегались. Это мормыши есть? Да, есть. Что, мормыши кидаем? Да, сейчас. Прикормить вот так вот. На. Прям, бля, вдруг закинь. Есть? Сошел. Сошел? Да. Заебись. О, есть. Не знаю, у меня привычка такая дергать сильно. О, какой. Тоже. Нормательный. Прикормили, вот видишь, начал. Сейчас еще стайка подойдет. Кто-то есть. Сюда иди.
нормально расположились. Да? Удачно. Богатырь. Вообще богатырь, блин. Нормальный богатырек. Друган. Слушай, они в прошлом году ловили. Они вообще мелкие были. Че, может они за год выросли? Нормальный такой. Когда ты дергаешь, чтобы они так. Да. Обычно так леща ловят. Леща можно просто за какие-то слова поймать. Чуть не то сказал, но. Лично. Даже с такой палаткой, с ночевкой можно поехать. Только надо такие, знаешь, раскладушки. Да можно вот как у меня стульчики просто. Ну такие, да. Можно полулежа, да? Ну. Поставил и все. Хули, ты же благополучно в них спишь на. Ну да. Даже, как и я, но. Так вообще мне удобно, я помню, вообще прям вырубился в этом стульчике. Хули, жопа проваливается вниз надо. Да. Поймался. Что-то тяжеленькое такое. Может, давно не вытаскивали? Да нет, серьезно тебе говорю. Смотри какой. Нормальный. Ну, не богатырь, конечно, но... Само то. Так, какой нормальный. Сейчас мы его щелкнем. Красавец. Богатырище, нахуй, Андрей. Хрена себе горбач. Ну-ка, сейчас сделаем, братан, селфи. Подожди. Маленький. Такого отпустим. Плыви. О, чебачело. Херайся, чебачок. Вот вот таких мы тогда пускали. Ну, штук 5, наверное. Сальце. Люблю все на це, блядь. Винце, сальце, пивце, на. Ах, бля, клевало. Я же туда прикормил еще мормышек. Да что ты будешь делать? Тянул так. А, вот он. Все. Поймался. Ну какой, средненький. Доигрался, папа. Среднячок. Ты что-то ёбнул, блядь. О! Нормально. Нормалды. Ну, можно не менять даже эту мормышку. О! Есть! О, что-то крупное. О, какой хороший богатырь. О, есть еще один дружочек купался, такой нормальный.
Пойдет. Вот очередной окунь, небольшой, правда, там. Сейчас посмотрим. Нормально. Есть. Вот еще одного поймали. Сегодня что-то окунь нормально тут ловится. О, хороший. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее.